Снова приветствую вас, моделисты масштабных автомобилей. Сегодня хочу показать вам модель автомобиля от производителя автолегенды СССР «Лучшее». Автомобиль УАЗ-2101 «Жигули». Опять же хочу рассказать вам одну историю из своей жизни. Модель, конечно, сейчас мы посмотрим. Ну а далее последует история моя об этом автомобиле. Модель УАЗ-2101 выполнена из металла и пластика. Тоже достаточно хорошо у нее прорисованы дворники. Оригинальное зеркало заднего вида. Автомобиль в белом цвете. Ну, хочу рассказать вам об истории УАЗ-2101, о своей истории, если быть конкретным. Первая моя машина была именно УАЗ-2101. Купил я ее в 2000 году, помню, по цене 5000 рублей. Нашел я ее в гаражах за городом. Машина была не на ходу, была она в ярко-белом цвете 1974 года. И притащил я ее на стоянку. Машина была из Краснодара. Были у меня документы на нее старого образца, еще книжка такая. Хозяин находился в моем же городе, но возникли проблемы у меня с оформлением. Но это чуть позже. Притащил я ее на стоянку, и начали мы ее с братом восстанавливать. Отремонтировали на ней двигатель, заменили блок, новую поршневую, коленвал остался тот же, шлифанули его, подточили. Отремонтировали головку блока. Коробка у ней была нормальная. Поменяли салон. Колеса новые поставили. Салон мы поставили, он как сборный был. Проводку я ставил от УАЗ-2106. Панель приборов у меня была от УАЗ-2107. Все это мы подключали сами, все приборы. Вот. Переднее сиденье я поставил от УАЗ-2105, но с подголовниками от УАЗ-2106 подголовники были экспортные, высокие, не как вот маленькие подушки, обычно стандартные шли с завода, а вот именно экспортные, их в то время вообще не упускали, мне просто один знакомый мужик их подарил. И сиденье смотрелось как седьмое, то есть подголовники чуть не до потолка были. Заменена была полностью обивка дверей, поставлена от УАЗ-06. Поменял я на ней шумоизоляцию. Что еще? Заднюю полку, конечно же, сделал. Говорил уже, новые колеса. Но машина приобрела, конечно, свой вид. Помню, я ее разгонял до 140 км. Больше машина не шла, потому что двигатель у ней был 0.1, 2101. Там 1100, по-моему, кубических сантиметров объем. И помню, я вот у меня потом начались проблемы с задним мостом. Он начал просто выйти. Бампера я оставил оригинальными, такими же, ну, родными, хромированными. То есть внешний вид у меня соответствовал автомобилю УАЗ-2101, а вот по салону уже у меня были некоторые переделки. И что хочу сказать по модели. Когда я увидел в интернете график выхода журнальной серии, и там намечалась данная модель УАЗ-2101, мне ее захотелось, конечно же, купить, так, для памяти. Фотографии у меня автомобиля нету, вообще-то есть одна, ну, там, где уже ее, когда я ее разобрал, то есть у меня с оформлением не получилось, машина была с Краснодара пригнана, и мы не могли найти хозяина, то есть именно того хозяина, на кого она была, на кого был техпаспорт. Вот. А купил я ее у товарища, который приобрел ее по доверенности. Ну, машину мне потом пришлось разобрать и продать кузов на запчасти одному знакомому. У него тоже была копейка, ему нужны были запчасти кузовные. Он там что-то переваривал,
Ездил на ней некоторое время, ну потом ее сдал на утилизацию. Вот. Ну вот, собственно, вся история, какую я хотел вам поведать. Одна из историй, наверное, ВАЗ-2101. Но моделька мне понравилась, тоже сделана достаточно-таки так неплохо. Вот. Приближенно сделаны у ней колпаки. Вот. И я так купил ее просто для памяти. Ну, хотя я собираю тоже автолегенды и автомобиль на службе. Хотя у меня всего один выпуск. Если у кого есть лишние, давайте обсудим, я приобрету у вас. Вот, собственно, все. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Если у кого-то есть какие-то истории свои, то тоже можете со мной поделиться. Обменяемся опытом, так сказать. Все, всем пока.